Меня другое огорчает в вопросах с уходом Яценюка. Если бы он был прекрасным премьером, если бы все избиратели, жители Украины были бы благодарны ему за работу. Ну, согласитесь, он бы не ушел вчера. Согласитесь, он бы дальше был премьер-министром. А тут вдруг так происходит, что он, понимая, что его кредит доверия исчерпан, понимая, что он с ценами на газ явно перегнул, у нас были цены на газ в 7 раз ниже, чем те, которые сейчас при Яценюке возникли. У нас, к сожалению, не произошла индексация пенсий. У нас, к сожалению, произошло целый ряд моментов, из-за которых он, мне кажется, должен не просто уйти, а Яценюк, наверное, должен понести ответственность. Посудите сами, до него был премьером Азаров. Он почему-то ответственность тоже не понес. Сейчас он свободно проживает в соседнем государстве. До него были премьеры, еще другие тоже, и так далее, и так далее. Но вот этот фактор безнаказанности, он порождает вседозволенность для тех людей, которые ответственны перед нами с вами, перед жителями Украины, в вопросе неправильных управленческих решений. И я очень надеюсь, что все-таки с Яценюка начнется политический период, политической ответственности за содеянные действия, которые идут вразрез с интересами общества.